Друзья, всем привет! Вы на канале Савойска Богдана. Приехали на змагання фитнес-челлендж. Заявился в две категории. И по взрослым, и по юниорам. Два раза будем выступать. Так что присаживайтесь поудобнее. Мы зашли покушать. Колотите свой любимый напиток. А мы начинаем. Нагадую, що спортсмени, які виконали вправу, мають виходити до чисту і потім виходити з тих дистанцій, бо сигнал усунів свисток, починають виконання. Уже 3,5 минуты идет. Номер 21, чекаємо на дистанції.
Підтримка наших спортсменів, це неймовірно. Люди в спорті, незважаючи на все, якщо підтримаємо нашу гордість. Надо еще справа.
це реабілітація та протезування. Next step. Тому донатимо на наші бійці, допомагаємо їм відновлюватись. Давай, осталось 30 секунд. Давай, давай, давай. Бодя, сможешь. Давай. Десять секунд. Давай, еще. Половина соревнований позади, я заявился, две категории. Придется комплекс сделать и второй раз. Первый комплекс закрыл. Теперь немножко отдыха есть и будем делать второй комплекс. Результат не знаю, посмотрим. Поэтому восстанавливаемся и работаем дальше. Трошки изменится концепция, что на суде будут брать спортсмена и ты из них можешь будет. Спортсмены номер 31-32. Готові до виконання правил. Судді, включаємо свій таймер. 3, 2, 1.
Попри собі вухо, попри чуть. Давай, давай. Я за руку. Соревнования, награждения не ждем, так как я знаю, что в первой категории я пролетел, не знаю, какое место. А во второй категории я выступал и занял 4-е место из-за... Ну, не буду отмазываться, но тут немножко... Тут сорвал чуть-чуть, я надеюсь, YouTube это не заблокирует. Ну, тут не такая большая. На первом упражнении. Так что приятного просмотра. Спасибо за то, что смотрите. Идем к 400 тысячам. Язык уже заплетается, потому что мозги уже не работают, капилляры полопались. В общем, что я хотел сказать. Спасибо за просмотр. Сегодня не мой день. Все хорошо. Всех обнял, поднял.